Всем привет! Добро пожаловать на канал «Кухня на любой вкус». И сегодня у меня на кухне вкусный салат на каждый день из доступных продуктов. Для его приготовления вам понадобится 5 яиц. Нарезаем кубиками. Одна банка консервированного горошка 350 грамм, один пучок зеленого лука, один пучок укропа и салат. Я взяла три вида салата. Особенность всему блюду придаст именно зелень, так как у каждого вида салата есть свой вкус. Я взяла больше листьев салата с красно-бурой краской, так как он с горчинкой и немного сладковатый, что придаст изюминку всему блюду. Посолить по вкусу, заправить майонезом или сметаной. Тщательно все перемешать, салат готов. Я желаю всем приятного аппетита, подписывайтесь на канал «Кухня на любой вкус», ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч!